Здравствуйте. Настало время для еще одного влога. Море, солнце, пляж, но это где-то в Юрмале. У нас все как обычно. День субботний сегодня. Сегодня идем с Илюхой снимать вечером. Ну а сейчас идем к Юльке в гости. И спасибо всем, кто смотрит влоги. Вас не так много, но все равно это приятно. Целый день, говорю, буду работать. Как заметил один мой друг, в моих влогах получается очень легко и тупо что-то рекламировать. Вот, например, для Зарины. Салон красоты Зарина, где я только что был, реклама. Если ты стрижешься, любишь стричься или вообще никогда не стригся, приходи в Зарину. Тебя подстригут, все тебе сделают. Все. Батарейки для вспышки. Две батарейки лишних, три флешки. Один штатив, один монопод, один Илья. Стой! Один Павел. А мы можем у ворот Гурсада встать. Ну да. Ничего, он парканулся. Вообще, четко. А мы поехали в гости к Арсену. Вот. Стрелочки же нарисованы. Для дебилов. Для дебилов. Ты такой, есть такая песня. Сегодняшний вечер мы заканчиваем фразой от Арсения Юркевича. Вина хочу. На календаре понедельник, и мы начинаем свое утро с поездки на студию к Женьке Кузьмину для небольшой фотосессии. Илюха у нас фоткается для обложки журнала «Стройка». Попросили его. Вот. И скоро новый выпуск. Ищите во всех ларьках нашего города. Послушали новый альбом Джиги, Джига Джиган. Ну что ж, спасибо Вистайлу за новый альбом. После долгого молчания все-таки это решили через Джигана выпустить свой альбом. Хорошая музыка. Качает. Че, просто улыбаемся? Да. Ой, это красивый такой. А это? Jigga wanna shine like the sunshine. Jigga wanna shine each and every. Прям дерзость. I'm on your urban set. Jigga wanna shine. Jigga wanna shine. Ну на самом деле, нифига какие мишки, когда бухал, смотри. У меня давно такого не было. Ну прикольно, Женька, классно. Спасибо, да. Да. Мне понравилось. Мы обязательно сегодня сделаем. Утро вторника. На улице холодно, пасмурно. Плюс 13. Май месяц. Завтра первый день лета, и, наверное, опять все лето будем гонять в куртках. Так что для тех, кто очень сильно любит жару, это очень печальная новость. А для нас нет. Камеры-то поставили в городе. Ну да, они работают на стоп-линию, на проезд, на красный. И все.
Да, и они уже работают. Ну что, открываем рубрику о себе за 30 секунд? Конечно! Добрый день. Меня зовут Илья Пелюгин, я дизайнер и фотограф. Я только Саня Сасалала Фулюшле Халемена. Короче, я встал очень рано, поэтому голова немного не соображает. Оно и видно. Короче говоря, приходите к нам за дизайном, за видосами, за фотографиями. Фотографии. Какие планы на вечер? Работать. Как тебе сегодняшний день? Хороший. Лучший день, как и все остальные предыдущие и последующие. Каждый день уникален. Классно. Маниакален? А? Маниакален? Фуликулярен. Влог продолжается. Сегодня мы на свадьбе у Никиты и Юли. Слепит солнце. Сейчас мы едем на природу. Там молодожены. А где молодожены? Мы молодожены. Мы молодожены. Мы жена молоды. Я жена молоды. Мы сегодня будем менять местами слога. Мы будем, например, менту. Воча Вернаков. Тумень. Воча воречкала столба. Воча Вернаков с нами сегодня. Воча Вернаков. Короче, ты что ерунду несешь? Юль, привет. Привет. Я сегодня... Это не я должен говорить. Должны говорить гости. Даже не должны, а это позыв души. И смотрит, ты радуется. Настроение у него. Опять ты свои писульки там пишешь. Я тебе еще... Здорово, амбал. Отхлапывать молодоженов, как еще многие говорят. Друзья, это что такое? Мне всегда было интересно, почему люди в помещении в очках ходят. У меня зрение плохое, а так я просто по***ю. Это оптические... Да, с диоптриями. А сними очки. Ладно, одевай. Сейчас будет рубрика о себе за 30 секунд. Готов? Красивый, страстный, любвеобильный, ласковый, грациозный, немного туповат. Про Tools? Кто? Миксмейстер? АИМ? Сегодня еще одна свадьба. Организаторы сегодняшней свадьбы — агентство Василисы Медведевой. И сейчас мы у нее спросим, что ты нам расскажешь для зрителей нашего влога вообще о работе свадебного агентства, как все происходит. Я захотел свадьбу, да? Сам не знаю, как организовать, прихожу в свадебное агентство и за меня все делают, да? Конечно, да. Нет, ты говоришь, что ты хочешь, мы предлагаем тебе несколько вариантов, выбираешь, что тебе больше нравится. Нужно вариант. Все, и понеслась. Приходишь только, пьешь кофе и согласовываешь вариант. Поэтому, если вас пугает вся эта предсвадебная суматоха, весь этот кипиш, то просто доверьте это дело в руки профессионалов, которые достойно делают свою работу, и всем будет хорошо. Влог продолжается. На дворе пасмурная пятница, льют дожди, и у нас очередная свадьба. Проводится она сегодня в шатре. Также сегодня с Зубаревым Костяном работаем. Немножко поделюсь планами. Под окончание этой бурной недели у нас рейс до Нефтеюганска на форум «Утро». Завтра, в субботу, у ребят из Chill Out Dreams, такая чайная в городе у нас, кто не знает, у них открытие. Мы там будем пить чай, осветим, так скажем, их чайную точку.
которая расположена в ЦПКО. На параплане полетать у меня так и не получается, потому что погода, сами видите, какая. Возможно, сильным ветром мой параплан куда-нибудь бы унесло. А тут уже подгоняет гости, поэтому пора идти. Блять, микрофон не включил. Дубль 2, что, работаем? Ну, собственно, как всегда, люди отдыхают, мы работаем. Да и хорошо ведь это. Стою, думаю, почему этот товарищ не пишет звук. Как вы думаете, почему не пишет звук? А вот почему. Потому что я оставил батарейку в студии. Вон он идет. Идет и щурится. Константин Зубарев, телефон 891. Гости дают ему свои телефоны, чтобы позвонить по каким-то лично касающимся его вопросам. Вы не верите? Вот, смотрите сами. Костяна сегодня мини-пис, ему все дарят цветы. Костя не знает, куда их девать. Эх ты, Костя, Костя. Каково это получать цветы на свадьбе? Просто великолепно. Такое ощущение, что виновник торжества. Опять вручили, понимаешь? Счастливый я человек. Чая хотите? Китайского. Почему неделя бурная? Потому что чем ближе к отъезду, к завтрашнему, тем все больше и больше валит заказов на съемку. И промежуток между этими съемками. Час-два от силы из одного пункта в другой. Ну, сейчас пивнем чайку и все нормально будет. Че, чай плесни. Давай поздороваемся, типа мы с тобой не виделись сегодня еще. Тагоша, он вам может налить крутого чая, если попросите. Кому пришла идея чайную точку-то открыть? Ну, мне и Ивану, получается. Вот эти добавки к смузи, добавки, это в смысле, к этому, да? Да, то есть ты можешь грецкого орехового так горечь добавить. Ну, нормально, у тебя плотнее смузи будет, но там можно миндаля. Добавить сагаба и смола пуэра. А остальные как бы чаи, ну не так как бы рационально, ну, в стакане заваривать. Mm-hmm. ДКП. Чай здесь самое главное. Солнечное воскресенье. Идем на открытие чайной точки. Вчера вы могли видеть, как парни занимались оформлением. И сегодня у них официальное открытие. Будет вкусно и свежо. Сегодня в 9 вечера мы уезжаем в Нефтеюганск на форум «Утро». А этот выпуск вы увидите во вторник, 28 июня. Вчера случайно сделал разбор названия чайной точки. Пацаны так назвали, потому что... То есть чайная точка, точка сбора, где можно попить чай. Вот, а я прикинул свою идею. Чай прессуют в форме таких маленьких точечек. И второй смысл этого названия, то есть чайная точка. То есть чайная точка и точка, где можно попить чай. И заварить эту самую точку. Вот, Гоша был приятно удивлен. С первым днем вас! Вы как будто тут ночевали. Почти так и было. Ничего не изменилось. Давай, будем пить смузи заряжающий. Давай, заряди меня на неделю. Так, мы наливаем зеленого чая. Обязательно. 1 миллилитр. Чтобы было очень заряжающе. Затем с перчаткой на левой руке мы достаем фрукты. Да, именно на левой. Клубника, киви, яблоко. Клубника, киви, яблоко. Да, и сейчас еще банан. Без банана никуда в смузи. Нет смузи без банана. Да. Есть банан без смузи. Отличный спелый банан. Плотно. Ты вступил в нашу программу лояльности. Каждый шестой смузи бесплатно. Херак. Определенно вкусно, да? Ну. Спасибо. Ладно.
Спасибо. Вот он прям бодрит вообще. Прям бодрит ягодный. Посоветуй что-нибудь всем своим клиентам. Пить больше чая. Не знаю, идти к своей цели, наверное, когда-нибудь. А чтобы идти к цели, нужно пить больше чая. По-любому. Так не дойти. Желаю успехов, дальнейшего развития, реализации самых интересных идей. Всего задуманного, чтобы все было от души, как обычно. По-другому у вас и не может быть. Круто, спасибо. Чайная тема – это прекрасно, это полезно, это круто. И я рад, что в нашем городе есть ребята, которые развиваются, пытаются к чему-то привлечь общество и внести какую-то свою лепту в развитие города. Первая волна продаж запущена. И даже посчастливилось сегодня привлечь клиентов, пока те стояли, изучали меню. То берите, берите, быстрее, быстрее берите, что вы смотрите-то. Ну, поэтому пацанам развитие, чтобы все их планы и мечты реализовались. В общем, у ребят сегодня официальное открытие. До конца дня еще далеко. И я надеюсь, сегодня все придут и заценят то, что предлагает чайная точка. Мне вот они налили в дорогу красного. Иду, пью и собираюсь через несколько часов уезжать на утро. Night,